Вот единая инфосистема всех медучреждений Алматы начнет работу уже в этом году. Об этом заявили депутаты Мажилиса парламента после посещения городского кардиологического центра. По республике же единая система должна начать работу в 2020 году. На скорой помощи больного пока везут, уже берут анализы, проводят, скажем, кардиограмму. И эти данные уже поступают в клинику до того, как больной прибыл. И здесь врачи их должны уже эти данные посмотреть, уже должны выработать методику лечения до того, как больной поступил. Тогда, конечно, эффективность будет выше.